бы хотели, чтобы вы к нам приходили, если вы у нас ни разу не были. Будем рады вас видеть. Я хочу также представить, сегодня пришли к нам специалист по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской, Пермякова Лена Федоровна. Вот. Я предоставлю ей слово. Можно? Я постараюсь быть краткой. Самая трудная работа – это говорить умную речь. Я все-таки с вашего позволения себе это позволю сейчас. Уважаемый Зоакимов, уважаемые делегаты общественной организации, сегодня я рада вас приветствовать в таком уютном зале от себя лично и от имени главы муниципального округа Донской Кабановой Татьяны Викторовны. К сожалению, дела ей не позволили быть на нашей встрече, но она просила вам передать самые искренние слова благодарности. Вы знаете, я подошла, я подумала, но что такое общественная организация, да? И что такое организация вообще? Это прежде всего люди. И, Зоя Кимовна, я хочу вам сказать большое спасибо, что вы вокруг себя смогли сплотить столько прекрасных людей. И когда начиналось это движение, эта организация, вы стояли у ее истоков, самые, мне кажется, трудные годы ее становления. Я желаю вам и вашему, даже не хочу говорить, ну, делегаты, представители, но мне все-таки хочется сказать, что вы такой творческий и дружный коллектив. И чтобы вы продолжали работать на благо людей.